Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня победители конкурса. Наконец-то я добрался до них. Пока с двоими списался, с Никитой и с Игорем. Андрей еще ответ таки не получил, поэтому решил забрать на два этих аккаунта. Решил немножко пойти на уступки, потому что, честно скажу, до хрена надо, если перероливать, искать людей. В плане того, что я говорил, то все-таки я буду ограничивать конкурс. Почему? Потому что люди, у которых есть возможность получить донатного героя, и есть люди, которые не имеют этой возможности, и хочется все-таки больше помочь тем, у которых нет этой возможности получить донатного героя. Поэтому я еженедельку поменяю правила, кардинально поменяю, возможно, будет еще дополнительно какая-то другая бонусная система, ну, я пока не знаю. По поводу конкурсов реально, это и емора до хера, и толку от этого, ну, вообще никакого нет. Битва замка, вы сами знаете, по себе умирает, поэтому пока играем, там дальше будет видно. В общем, аккаунт, первый аккаунт моего подписчика Никиты, который победил, в принципе, выполнил все условия. Аккаунт, судя по всему, как видите, был бездонатным, но стал донатным. Забираем панду ему. Мегагероя. И делаем вот так вот. Бум. Ну что, поздравляю. Ничего себе, здесь дают еще и сундучки. Я даже не видел это где-то, наверное. А, это за пак дают сундуки. В принципе, неплохо. Сегодня воскресный пак, если я не ошибаюсь, он довольно-таки неплохой. Так, это не все плюхи мы забрали, есть еще плюхи. На складе немножко напортачим. Где вы эту всю срань берете, я даже не знаю. Бездонатные склады не рассчитаны на донат. Вот так вот, еще дополнительно бонус. Довольно-таки неплохой бонус. Реально хороший. Для бездоната это однозначно плюс. Еще 7500 самыми. 200к кулаков. Вообще огонь, ребят. Так, ну что, поздравляю. Огник пошел. Так, окей. Давайте сейчас немножко его припудрим. Тихоша. Коробок у него нет. Ладно. Не будем тогда особо углубляться. Делаем 10-10 сразу. Ну реально, хоть начали, хоть немножко без доната. Давать более-менее нормальные плюхи. Тыква не десятка, о май гад. Ведьма, Афинку. Однозначно тоже надо улучшить. Асса, землеройка. Это тоже топчик. Ануб. Стрелок. Ну, стрелок пока подумаем. Все одна десятка. Ронина бессмысленно. Атланта однозначно. Атланта однозначно. Делаем десятку. Так, дальше у него идут герои на архии. Тех, которых он там не особо использует. Так, находится он в гильдии Ипантьяи. Кидайте заявочки, вступайте. Телега на экране. Сосай кудасай. Первые места битвы гильдии атака фортов, поэтому все в ваших руках. А мы поехали посмотрим, что у него тут. Давайте пооткрываем плюхи. Мешки эмблем. Чик. Неплохо. Психощит. Вообще отлично. Посмотрите, какие ремочка. Есть водушки, есть СО, есть исцеление, есть. Все просто отлично. Теперь мы ему немножко книжечек. Так, пакт, СО, пакт. Нормальные плюхи, кстати, для бездона. Вот и коробочки подошли.
Так, отлично. Поехали посмотрим, что у него тут вообще по героям делается. Так, Роза Некрос, понятно. Космо нету. Космо Командора, Ледяха, Оккультист, Свален, Махатма, Рогатка. Сейчас попробуем кого-то выбить. В таких случаях надо пробовать выбивать. Так, у него, кстати, здесь еще скин можно улучшить. Давайте сначала. О май гад! У него теперь самый имбовый будет. У него тут еще и талантов на всех нету. Нормально. Подоставляем ему. Мега бочка. ПДшечка вообще отлично. Только кому ее лепить? У него Афинка без скина, ремочная, в принципе, нормальная. Да, тут, конечно, с талантами. Печаль еще та на аккаунте. Анубис железка, стрелок замедления, ремка. Да ну нафиг! Ремка, да ну нафиг, лучше бы я сюда не заходил. Это печаль, ребята. Ладно, закинем сюда ПДшку, но это, конечно, жизнь, боль. Я надеюсь, вы это все тоже не видели. Так, окей. Ожог, Ронин, где там я в Ронин? Так, рвение. Да уж, однако. Все отлично. Свою миссию с этим мы выполнили. Тесса можно сделать так. Ну, дальше он сам коробки наставит, но я надеюсь, он наставит их правильно, потому что это просто взрыв мозга. Так, еще ремочка, отлично. На по локации самое то будет на фобу. Так, еще одно рвение. В общем, ладно, это он определится сам. На и ремочку он, в принципе, еще одну, если выпадет, поставить надо будет на Атланта именно. Не забыть. Ну, конечно, жизнь, боль, ребята. Так, окей. С этим разобрались. Ну что, попробуем. Героев у него тут недостающих, конечно, хватает. Попробуем сейчас что-то вытащить, и Бугимена было бы неплохо. Так, по талантам там ему тоже немножко подкинули. Отлично, и тут 10, девятки сможет, десятку прокачает. Так, и сопак-то есть, это, я думаю, он тоже посмотрит, куда ставить. Кому... Ну, там по акциям у нас сегодня вроде ничего такого мега-мега нету. Да, поэтому тут даже бессмысленно, наверное, бегать. Цветущие. Это, конечно, печаль. Я в шоке. Оккультист, Асура, сундук Хэллоуин. Раскол, пятый сад, но ну, тоже неплохо, большая выгода. Тут, в принципе, должны дать нам нормальные какие-то плюхи. Надеюсь. А, все это. Это у нас набор. Подарки тут.
тоже глянем. Тут тоже вроде что-то должны дать. Мы небольшой пак, поэтому тут, да, тут даже ни хрена толком не получили. Настолка есть же. Поехали в настолочку. Так, две попыточки у него есть. Ну, поехали. Let's go. Один бесплатный шанс, когда стоите на джеле. Так, отлично. Еще две. Ну, такое. Такое себе. Так, окей. Ну что, попробуем заролить, попробуем. Надо все-таки, надо проверить удачу на бездонате сегодня. Давно я уже на бездонах не ролил, заодно ему накинем ниндзик. На складик немножко. Профессор Риббит, хранитель. Но рандомчик, ведьма. Воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Череп. Давайте до леги. И все. Я сказал до леги и все. Видите, что делает этот рандом? Ладно, остальное ставим. Хотя можно было, в принципе, и так он там себе прокачает. Так, рифит есть, все. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ничего больше у нас нет. Разорили аккаунт. Ну, в принципе, теперь у него есть мега-имповый герой. ГГшки для прокачки есть. Если нужны будут, можно будет вот так вот сделать и получить 900к, прокачать только таланты, кому там надо. Окей, поздравляю, поехали на второй аккаунт. На аккаунт Игоря. Он тоже на русском сервере. О, фак. Как обычно, видите, глючит. Как обычно, лаги. Люблю IGG. Так, сейчас перезайду. Как оно вымораживает, ребята. Вы даже не представляете. И вот лаги ихние. Почему нельзя все нормально сделать? Так, перезаходим на второй аккаунт. Тут все попроще. Тут у нас будет все попроще и по-другому. Тут он попросил. Ну куда? Я еще не зашел, ты уже выходишь. Не дает нам, не дает. Вот видите, сегодня подарки какие неплохие, первые. А вот он захотел, чтобы мы ему забрали мешки, не мешки, а набор вот этот. Вот два наборчика таких. Я, в принципе, согласился, пошел на уступки. Вот два вот таких вот с этими. Я не знаю, оно ему, наверное, не засчитает большой пак. Ну, вторые, точнее, не большой пак, а обычный. Это его выбор. Такс. Поехали. Ну, наконец-то более-менее, знаете, что-то на русском сервере начали продавать. Это реально радует. Так, первый пошел. Люблю IGG. Не, все нормально. Все гуд, ребята. Yeah,
Отлично. Поехали. Забрали, называется, плюшки на втором аккаунте. Вот его сундуки, но видите, здесь не дало. Ну, сдало кулаки. Такое. Увеличим склад немножко. Так, забрали сундучки. Отлично. Видите, берешь два мелких, тебе не додают. Как-то вот так вот. Берешь один большой, дают больше. Ну, за счет бонусации, наверное. Хотя мне тут дали еще раз. Странно, но риском у нас немножко рвет. Ладно, то такое. Этот аккаунт у нас немножко донатный. До разрухи почти дошел. Так, что есть? Находится в гильдии Коза Ностра. Кидайте заявочки, вступайте. 75-75. Телега на экране. Поехали, пооткрываем подарки. Кучу сундуков. Ну, тут расходники довольно-таки неплохие. Посмотрим сейчас, что у него по героям недостающих. Нормально так нападало. У вас недостаточно места. Сундуки самое то, что надо для прокачки героев. Именно вот эта тема. Поэтому собирайте, копите сундуки, гильдии. Они реально самые кайфовые. Точнее, замка, а не гильдии. Отсюда реально дофига плюх недостающих. Вот так вот. Лабиринт бегает. Получить все. Ну, 240 кулаков еще. На халяву, скажем так. Так, идем, кстати, на столку. Посмотрим, что здесь на столке есть. Десять мудрая львица. Ну, тоже неплохо. 2000 камней еще дополнительно. Вот так вот. Так, а что у него вообще творится по героям? Ну, тут более все прокачано, а крутиста нету только. Такие герои китальца. В общем, вот так вот, ребят. Поэтому внимательно смотрите условия, что надо делать, и участвуйте. Все зависит только от вас. Все, всем удачи, всем пока.